Итак, теперь мы подключили данную камеру XCAM 1080p HA через HDMI-порт. USB-порт при этом отключен. HDMI. Значит, опять же, у нас биологический микроскоп Micromet 3 вариант 320. Здесь установлена пилочка для ногтей и внешний источник освещения, потому что у биологических микроскопов нету внешних источников освещения. Итак, вот изображение на телевизоре. Поближе свет, поводите его. Так, вот меняется угол обзора, угол источника освещения. Вот он отражается от, так сказать, кристаллов пилочки в таком режиме.